Чем фронтовикам не нравился ППШ? Пистолет-пулемет Шпагина ласково по-солдатски называли «папашей», а также оружием победы и лучшим автоматом Великой Отечественной войны. Массовое внедрение этого оружия стало одним из весомых факторов победы Советского Союза в самой кровопролитной войне в истории человечества. О широком спектре его достоинств сказано уже много, однако были у ППШ хоть и малые, но все же недостатки. Порой случалось так, что к пистолету-пулемету подходили только родные магазины, так как на заводе-изготовителе их зачастую подгоняли вручную, что естественно вызывало сложности. Также весьма неудобным и длительным процессом было снаряжение этих магазинов патронами. Всего в барабан их помещалось 71 штука, причем устанавливались они по одному. Скорострельность ППШ тоже иногда не шла во благо. Неопытный боец мог за несколько секунд израсходовать весь барабан. Свои минусы имела и конструкция затвора. Случалось, что оружие выстреливало при падении.